Итак, мы говорим об Альфа-центре. Место очень хорошее, реально красивое, потому что здесь один из центров города, по сути, событий, но достаточно далекое от основных артерий. То есть, в принципе, заехали сюда, припарковались. И что здесь? Что здесь и почему мне бы хотелось людям показать, что Альфа-центр гораздо вкуснее, чем ваши остальные места для бизнеса? Давайте просто зайдем и спросим, насколько это хорошо, когда бизнес работает в Альфа-центре. По одной простой причине. Довольно часто случается, что люди берут себе арендные пространства. Но арендные пространства – это что? Это человек себе купил однокомнатную, двух- или трехкомнатную квартиру, и этому человеку, естественно, нужны бабки. А этих бабок-то у вас нету. И вы реально попадаете. Вы вот вроде раскрутились, а потом приходит человек и говорит, да давай-ка еще аренду добавим, потому что ему вообще фиолетово на вас. Он работает только на себя, а здесь не только для себя, а в основном работают именно для вас. Вы знаете, я стараюсь, по сути, не для себя. Старался бы для себя, уехал и след бы простыл. Но быть гражданином города Магнитогорска почетно. Мне далеко не безразличен комбинат. Мне далеко не безразличны горожане. И мне хотелось бы, чтобы по большей части каждый мог работать на себя. А возможности такие есть. Вам Бог дал ум. Вам дают возможность развиваться. Вам я даю возможность жить. Вам дает возможность Альфа-центр развивать бизнес. Все-таки вернемся на круги своя. Магнитогорск не комбинатом жил. Комбинат был и является лидером, но остальное для вас. Кто мешает вам делать холодильники? Кто мешает продавать электромашины? Кто мешает производить электромашины? В конце концов, я не буду вам объяснять. Вернитесь к истокам и работайте. Главное место есть для вашего бизнеса. Это Альфа-центр. То есть я прекрасно понимаю, что ресо-гарантия – это идеальный вариант для страхования. Сколько лет вы находитесь в Альфа-центре? Мы находимся 10 лет, являемся арендаторами. У меня возникает вопрос, то есть существует ли такая дивный вопрос под названием сверхаренда? Потому что я часто знаю, что люди, которые живут в городе Магнитогорске, снимают первые этажи квартир, их недавно, и довольно часто арендаторы говорят, давайте платите денег больше. Здесь нормально все? Нет, в этом плане здесь это отсутствует. То есть можно спокойно жить здесь, да? И совершенно работать. Верно. Совершенно верно. Я так понимаю, в лизинг можно взять все, правильно? Все, что угодно. Самолеты тоже? Вертолеты, пароходы. То есть можно говорить, что в Альфа-центр мы приходим, поднимаемся на 6-й этаж, и нас ждет самое милое и удачное предприятие по продаже наших товаров в лизинг, правильно? Да, совершенно верно. 22 года на рынке, пожалуйста, для ваших услуг. Вопрос, сколько вы в Альфа-центре находитесь? 14 лет. Вопрос самый интересный. Потому что я знаю, что в городе Магнитогорске очень много бизнесов, которые в городе Магнитогорске существуют. По проспекту Ленина, проект Карла Маркса. И такие вещи случаются, что там человек приходит, говорит, ох, ты раскрутился, а вот тебе в два раза больше деньги. Здесь проще с лизингом? В смысле, проще ли с арендой здесь? Конечно. Очень лояльные условия, очень хорошие предложения. То есть можно сказать, что в принципе не надо никуда бегать. Приходите в Альфа-центр и здесь живите. Да. Мы занимаемся перевозками во внутрироссийском и международном сообщении уже более 7 лет. С первого дня мы выбрали Альфа-центр. На сегодняшний день персонал нашей компании составляет более 60 человек. Все эти 7 лет мы росли в стенах этого бизнес-центра. Он позволял нам, не меняя локации, комфортно менять помещения, локации в рамках этого здания. Мы выбрали Альфа-центр за его удобную инфраструктуру, за комфортный, близкий торговый центр и за его отличный, дружелюбный персонал. Чем Альфа-центр лучше первых этажей, очевидно, вам не втирают аренду. Здесь спокойней, тишина. Бизнес, как и деньги, любят тишину. Вопрос-то решается в тишине и в некоторой части в вашем умении сделать из себя уникума. Не верите? Я не уникум. Просто нет денег, но я освоил более 25 профессий. Вы что, хуже меня? Вряд ли. Я не самый крутой, однозначно. Но в тишине Альфа-центра вы можете это повторить.
и собрав воедино ум и творчество, обратившись к специалистам моего уровня, и все, поехало. Вопрос довольно интересный. Народ набрал долгов очень-очень много. Но можно ли их списать? Да, конечно. По 127-му федеральному закону есть возможность списать полностью все долги, как кредитные, так уже и просуженные, также штрафы, налоги и долги по ЖКХ. То есть вы этим делом занимаетесь в Альфа-центре. Альфа-центр вам нравится? Да, конечно, это комфортабельный офис, отличное кондиционирование, постоянная уборка помещений, охрана, все на высшем уровне. И вот вопрос возникает, да, то есть вы же занимаетесь приготовлением, это называется качественный отдых. Качественный отдых у вас где находится? В Альфа-центре. Чем вам нравится Альфа-центр? Альфа-центр очень удобно расположен. Мы находимся по адресу Герцена 6. Большое спасибо компании Пегас за то, что она мне очень сильно помогла. Я надеюсь, мы будем это делать неоднократно. Пегас Туристик – это одна из самых качественных компаний по продаже качественного отдыха. Так ли это на самом деле? Да, все верно. Компания Пегас Туристик является одним из самых крупных туроператоров на российском рынке. В этом году мы отметим 28-летие нашей компании. И вы можете всегда приходить к нам, и мы обеспечим вам качественный сервис. Чем интересен Альфа-центр? Здесь есть все. Все, все, все. Удобно, без пробок, торговые точки, тут же, к слову, про ценники. А это в конце сюжета. Все банкоматы города здесь. Вы не будете стесняться при выборе банка, это просто. Кафе, кофе, любое. Это не сверхдоходы, это нормальные цены. Машину помыть здесь же. Кинозал. Место для отдыха детей. Все есть. Фудкор, место для получения максимального удовольствия от еды. Здесь и рядом. Мало того, постоянная уборка. Это что, плохо? Это хорошо. Естественно, охрана. Без этого никак. Что нужно? Ваше желание не сидеть, ожидая пенсию, а работать для себя. Вы же умнее меня. Однозначно. И самая забавная ситуация, когда мне говорят про цены. Цены, да, цены. Большие ли они здесь? Ну, я лично захожу в перекресток, в супермаркет, Альфа-центр, естественно, первый этаж, и покупаю то, что мне нужно по весьма интересной цене. И такой цены нигде не существует. Поэтому давайте все-таки определимся, что даже невзирая на топ, ценники здесь абсолютно нормальные и ровные. Уж поверьте мне, 100%.